23 сентября на торжественном заседании Совета Азовского поселения состоялось торжественное вступление в должность главы Евгения Алышева. На мероприятии присутствовали представители общественных организаций, руководители учреждений, жители и актив поселения. Исполняющий обязанности председателя территориальной избирательной комиссии Григорий Сокол огласил итоги выборов. Разрешите мне от имени территориальной избирательной комиссии поздравить Евгения Александровича с избранием на эту должность и вручить удостоверение главы Азовского сельского администрации. Евгений Алышев принес присягу и выступил с благодарственной речью. Клянусь соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации, устав и законы Краснодарского края, устав муниципального образования Северский район, устав Азовского сельского поселения и другие нормативные акты местного самоуправления, направляя деятельность администрации на благо жителей и процветание поселения. Потому что КМС всегда говорит, что необходимо видеть, слышать и слушать людей. Именно этим администрация поселения будет продолжать руководствоваться в своей повседневной работе. Сделано у нас очень много, но предстоит сделать еще больше. Со словами напутствия к новому главе Азовского сельского поселения обратился глава Северского района Адам Джарим. Мы работаем не для медалей, не для грамот, не для похвалы. Мы работаем на результат, как сказал сегодня наш губернатор. Я уверен, что в ближайшее время и в ближайшие годы Азовское поселение ждет более такое позитивное, доброе изменение. После инаугурации каждый присутствующий смог лично поздравить Евгения Алышева с избранием на должность главы поселения.